В Ульяновской области уделяется большое внимание развитию животноводства. Ежегодно открывается как минимум одна крупная ферма. Накануне был открыт новый молочный животноводческий комплекс сельхозкооператива «Новая жизнь» в селе Поповка Чердаклинского района. Идея построить современную ферму возникла 2 года назад. И, наконец, она была реализована. В открытии принял участие губернатор Сергей Морозов. И внедрили именно вот в этот комплекс именно то, что есть на данный момент вообще в мире. Не то, что в России, а именно в мире. То есть это как бы все под одной крышей, и коровы, и содержание коров, и доильный зал, то есть все стоит это. То есть это плюсом то, что животным комфортно, люди все, как говорится, в тепле. Современный комплекс, рассчитанный на 520 голов крупного рогатого скота, оборудован последним словом техники. Здесь есть доильный зал типа елочка. Предусмотрены даже чесалки, которые приносят массу удовольствия буренкам. Находится в комплексе родильное отделение. Вот новый комплекс позволит увеличить валовый надой молока на 2400 тонн в год. Позволит ферме создать и новые рабочие места. С вводом нового комплекса, соответственно, будут созданы новые дополнительные рабочие места. Порядка 30 новых рабочих мест будет создано. Ну и средняя заработная плата составит порядка 35 тысяч рублей. Открытие фермы станет новым витком в развитии аграрного сектора в Чердаклинском районе, который является одним из передовых муниципалитетов по показаниям отрасли животноводства. Кроме того, новое сельхозпредприятие позволит значительно улучшить жизнь на селе, сделать ее более комфортной и привлекательной. Егор Титов, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.